Привет, друзья и подруги «Подпольной правды». Ровно год прошел с тех пор, как я в первый раз вышел в эфир из жутко секретной студии. По чести сказать, мы не были уверены, что затея не выдохнется на втором-третьем выпуске. Но вот она не выдохлась, а лишь окрепла. И мы с вами были вместе уже 46 раз. Как оно там начиналось-то? В эфире передача «Подпольная правда» и главный подпольный правдоруб «Глагол». Я вам расскажу, оператор Тёма, он за камерой покажет. Да, «Подпольная правда» вещает на всю Солнечную систему через www.gamesystv.ru. На Плутоне и кольцах Сатурна нас можно посмотреть по вторе через систему «Стрим». Слова оказались пророческими. Через систему «Стрим», правда, нас посмотреть нельзя. Зато www.gamesystv.ru вещает от Москвы до самых колец Сатурна. До края. Быть может, не все помнят, но год назад разработчики разработали, а издатели издали замечательную эротическую адвенчуру «Алиса Трипер». «Алиса Три пиратские игры». Игра показала такой отстой, которого не видели за всю историю конфу, за всю историю Китая и за всю историю отстоя. Мы об этом рассказали, а в результате в поисковых системах так подскочили запросы на эту самую «Алису Трипер», что тут же пришлось перевооружаться. Ну и вот с тех пор мы перевооружаемся каждый выпуск. Стремимся к тому, чтобы передачи не были похожи одна на другую, чтобы они подтолкнули вас задуматься не только об играх, но и о времени, и о себе. Ни Алис, ни Трипера с тех пор меньше не стало, но, быть может, вам на минутку стало весело, вы махнули на мелкие неприятности, с удовольствием провели несколько минут у монитора в четверг вечером, это уже неплохо. Ну а сейчас о главном. О тех людях, которые всегда были за кадром. Идею передачи год назад предложили продюсеры Юра Поморцев и Максим Быканович. Подхватил и обеспечил техническую поддержку Дима Быканович. Монтировали в разное время Сережа Устюжин, Сема Шорохов, Леша Ежелов, Глеб Шавелькин. Снимали на камеру Артем Лисичкин, Володя Глаголев, не родственник, Андрей Климов. Редактировал Саша Артемов. Режиссировал Сергей Павлович Куракин. Костюм и парик для патологоанатома купил Коля Циркунов. Машину дал Дэн Штольц. Советами помогали все-все-все, особенно Ваня Кузьмин и Джиха. Автор и неизменный ведущий Александр Глаголев. ПП – это то, что нужно абсолютно всем. В течение года выводить на чистую воду всех, кто занимается игровой индустрией и кто в нее играет, кому же как не ПП. Абсолютно верно. Поздравляю с этой памятной датой. Целый год – это уже очень круто. Ну а если говорить моими словами, в моем стиле, то получится, ну, где-то примерно так. Слушай, хай-яу. 47 выпусков – это ККК-47. Правда, матка, всем-всем-всем, для тебя и для тебя, будь ты пацан или девчонка. В общем, слушай правду из ручонок, из моих или из Сашкиных, неважно. Вообще, короче, слушай, он такой отважный, что просто вянут уши. Ладно, не заморачивайся над тем, что я сказал целый год, это реал-реал. От души поздравляем программу «Подпольная правда» с годовщиной. Только у вас, ребята, хватит мужества рассказать всю правду о... А может быть, даже ее... Ну и, конечно, овощ. Ну, это уж... Поэтому мы с нетерпением будем ждать ваших новых выпусков. Спасибо всем-всем-всем за теплые слова и за поддержку. В следующий четверг вы увидите обзор украинских интернет-магазинов, торгующих играми. Толку от этого никакого, но смешно до ужаса. На этом «Подпольная правда» прощается с вами. Пишите письма на «Правда», естественно, собака@gamesdefistv.ru. И помните, ни одно электронное говно еще не уходило от нас, не обосрано.